Каждый человек должен знать, как, когда и за что он будет получать пенсию. Об этом курганским школьникам рассказал руководитель регионального пенсионного фонда. Во-первых, у нас есть специальная литература, первичная литература, чтобы рассказать, для чего пенсия, что такое пенсионный капитал, что такое накопительная часть пенсии, что такое страховой номер индивидуального лицевого счета и так далее. Вот эти первичные знания, они должны иметь наши молодые люди. В ходе встречи ребятам не только рассказали теоретическую часть, но и презентовали образовательный курс «Пенсионное обеспечение в Российской Федерации» и новый выпуск учебника «Все о пенсии для учебы и жизни». Полностью курс пройдет с октября по декабрь во многих учебных заведениях России. Как рассказали школьники, они с удовольствием пошли на эту встречу. Это наше будущее, то есть надо смотреть за то, затем, как живут пенсионеры, видеть себя и смотреть, что как нам обеспечить свое будущее, свою старость, чтобы прожить ее хорошо, так как мы заслужили. Отметим, что в этом году День открытых дверей прошел по всей области. Всего в Заурале в нем приняли участие около 1000 учащихся средних и высших учебных заведений. По России же это число достигает 1,5 миллионов. Валерия Мельникова, Александр Менщиков, Светлана Пестерева, информационное агентство «Курган.ру».